Больница на колесах. В Чувашию прибыли новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Медкомплексы будут курсировать по малонаселенным деревням Порецкого и Бресенского, Чебоксарского и еще 5 районов. На закупку ФАПов направлено свыше 55 миллионов рублей из федерального бюджета. Финансирование идет по национальному проекту «Здравоохранение». До конца года в республику поступит еще 10 мобильных медицинских комплексов. Благодаря этому пройти медосмотр смогут около 33 тысяч сельских жителей, которые живут в населенных пунктах с численностью до 100 человек. Напомню, первые мобильные медкомплексы появились в Чувашии еще в прошлом году. В 2018 году мы закупили 5 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и 1 передвижной маммограф на сумму общую более 47 миллионов, которые выделены из средств федерального бюджета. В 2018 году всеми медицинскими комплексами нами осмотрено более 50 тысяч жителей республики.